Дамполникман! Что нового? Ничего нового. Чем вы сейчас озабочены? Подарками на 14 февраля. Кому выбираете? Мужу. А муж вам что-то выбирает? Ну, да, надеюсь. Значит, что в это верит, да? Да. Девочки, у меня есть к вам два вопроса. Первый касается значения слова «карт-бланш». Может, вы его слышали, может, знаете, что оно обозначает. Какая-то вещь. Какая? Сумка. Что это может быть? Трудно предположить. Ну как? Карточка. Карточка, да. А бланш? Тут какой-то, наверное, элемент. Так как я медик, это лекарство. Как вы думаете, что это за слово, что оно обозначает? Что-то с победой. Карт-бланш. Да. Вот что-то типа как очень повезло. Как у Мумитроля, да? Как же тебе повезло. Вот типа этого. Другими словами, дать добро на определенное действие, поступок. Полная свобода действий. Завтра отмечается Всемирный день радио. Радиищики в этот день гуляют, фестивалят, слава богу, ура. У меня такой возник вопрос. Вот телевидение понятно, да, вот все ведущие телевидения, они, как правило, вот сидят в кадре, видно, чем они занимаются, то есть они работают, говорят, там, да, картинка красивая, все здорово. А вот радиоведущие, это, как правило, загадка для нас. Как вы думаете, чем они там занимаются во время своих радиоэфиров? Все-таки мы их не видим? Ну, много чем. Например? Массаж. Массаж чего? Стоп, да? Нет, ничего, стоп. Друг другу спинку. Ну, можно пить пиво при этом и кушать орешки. Если это она может ногти сидеть красить, он может бриться сидеть. Читать параллельно. Ну, то есть он там поставил песню, может что-то найти в это время в интернете. Так, что еще? Играть в карты даже. Вот. На раздевание, да? Да. Все равно не видно ничего. Ноги парить могут. Так. Кино смотреть. Пить кофе. Так. Или сигарет курить. Хорошо. Ну и привет всем радиоведущим. Привет всем радиоведущим, да, и особенно упомянуть в этот день великого физика Попова, который как раз придумал это радио. О, круто! Желаю вам счастья, любви, здоровья и получать побольше кайфа. Товарищи радиоведущие, хочется поздравить с профессиональным праздником и пожелать чувства расстановки. И последняя фраза, скажи: слушайте радио, но при этом не забывайте смотреть 7 канал. Слушайте радио, но смотрите 7 канал обязательно. Слушайте радио, при этом не забывайте смотреть супер 7 канал с вот такими вот новостями. Спасибо большое, удачи. Дамполникман! Какой у вас пароль? Ну все, просто выпало. Какой у вас пароль к сердцу? Да покажи, да. Раздаете, да, любовь? Да, да, конечно. По радиочастотам. Любовь нет. А любовь не раздаете? Не-не-не. Чем ты сейчас озабочен? С работы иду. Слушай, а мы озабочены вопросом, что обозначает слово карт-бланш. Возможность чего-то, то есть предоставление кому-то возможности. То есть дается вам карт-бланш, ну, какой-то счастливый случай, что ли, вот так. В вашей жизни вам предоставляли карт-бланши? Наверное, да. Я мог бы вас сейчас, допустим, спокойно так вот обнять, да? Примерно. Конечно. Давайте. Давайте. Карт-бланш на обнимашке? Да. Спасибо вам большое, парни. Спасибо. Всего доброго, спасибо. Удачи, до свидания. Дамполникман! Карт-бланш – полная свобода или право на совершение какого-либо действия.